Мальчики и девочки, всем привет! Иринка решила немножко перекусить, короче. Тут у меня капустка. Видите, порция уменьшилась. Тут сало, девочки, сало, хлебушек. Люк маринованный. Кофе. Короче, что еще? Еще Иринка решила вот эти чипсы попробовать. Вкусно, нет, интересно. С васаби. Купила попробовать. Вдруг зачетно. Так что всем приятного аппетита. Давайте покушаем вместе со мной. Ой, хлебушек. Да, девочки, звонила сегодня, представляете, еще в один банк. Не дают Иринке кредит на море. Что делать? Сало пришлось тоненько нарезать. Это только вкусно. Лучок у меня тоже, смотрите, как тоненько порезано. Вот этот лук зачетный получился. Ну вот когда хочет Ирина Сергеевна может крика пивнуть. Блаженство. Блаженство это блаженство, короче. Ну что, девочки, вы готовы к 8 марта? А мы да. Как вы, не знаю. Кстати, сало, капуста и лук, это вообще, знаете, как в бомбическом. Ну, хочется иногда, хочется, знаете. Надо было капусты больше покупать. Ну ладно, завтра схожу, куплю. Салаты все не делали диетические. А я вот завтра пойду в гости, да? К Маринке. Маринка сказала она мне торт сказку испекла. Вот пойду попробую. Вкусно, нет? Как думаете? Ну что ты не включаешься? Чао бамбино, сеньорита. Ну, зараза. Не хочет? Он не включился. Ой, капуста. Салфетка. Ну, конечно, еще есть этот. Булка ромашка, но не хочу. Сегодня что-то не хочу. Была бы шоколадная паста, я булку намазал. И съел бы. Ну а так, что? Шоколадной пасты нет. Что я там хотел? Пишите это хоть.
Елена, Елена Антипова. Девочки, беру себя смелость. Я вообще не могу. Она где-то за одну фролика опять хвасталась мужиками. Так у меня их полно. Ну чё? Елена Антипова, может, например, ей написать, что у нее кушонка дешевая. Мы такой кушонкой скотину кормим. Да кормите, чем вы хотите, свою скотину. Ну, так ведь? Я вообще не знаю, что за глупые люди. Ой, скотину они кормят. А что? А у меня нету скотины. У меня только это. Это надо же вот такие, короче, поэмы писать. Да. Вот Светланка П. Огромное вам спасибо за хорошие комментарии. Вот так вот. Да, а мы едим. А вы не можете. И что делать? Кредитов не дает, но мы как-то выживаем. Ну, то уже даже на маленькие порции перешли. Потому что в очередной раз кредит уже не дали. Ну, а что делать? Приходится как-то перебиваться. Так ведь? Ой, вот так. Это лучок бомба получился. Ой. Так что Ирина Сергеевна сейчас поест, выйдет обязательно в эфир, ну, к своим мальчикам. Да у меня там Лёха. Ой, это же чеснок, это голимый чеснок. Я чеснок есть не хочу. У меня чеснока изжога. Понимаете? Девочка, как это вкусно. Можно было, конечно, бы хлебушек мазиком намазать, это еще бомба было бы. Ладно. Я просто решила перед стримом сесть поесть. Ну, чтобы это... Лёха не соблазнял меня. Ну, а так... Подойдём, ну, это капуста, да? Бульончик вкусный. Мне очень нравится. Так, короче, берем.
Соль галимая, соль вот тут. Ну, это же сало все-таки, да? Но кто-то себе позволить не может есть сало. Это не потому, что денег нет, а потому что калорийно, как говорится, да? А мы можем. Я с шелочком. Она не доела, что осталось. Ой, знаешь, у меня стоит морковка на салатик, но зимненький. А селедку почему бы не будем делать? Ну, зимненький, говорят, сделаем. Потом салат крабовый. Вот я вообще не понимаю, что это за салат крабовый? Я его особо не люблю. Это вкусно. И полезно. Ну, если не даем, даем на стриме, так ведь? То есть они вот такие зелененькие. Что-то я не понял. Что-то не понимаю я вкуса. Да, это после конфеты. Что-то особо так-то и не чувствуется. Вот зеленые, вообще красивые, как лягушки, да? Так что, девочки, девочки, идите покушайте, вам это очень надо. Я сейчас ощущила, васаби. Я хочу это, апельсин. Много вас, а я один. Ой, девочки, ой, ой, зацепилась. Короче, у меня остался апельсин, 2 штуки. Апельсин, да? Это еще давно Лешка покупала, давно. Ну, вкусно, я вам скажу. Ну, вот красные апельсины, да, намного вкусней. И они как бы сочней. Как-то мне вот эти крабовые чипсы васаби я не особо понравились. Это не очень вкусно. Блин, потратила целых 50 рублей. Надо было другие брать. Да. Ну ничего, в следующий раз. Сегодня были в магазине, надо было взять что-то. Ну, представляете?
Русская картоха, да, чипсы, русская картоха. И это. Маленькая пачка. Она стоит 20 рублей, офигеть. Маленькая пачечка. Малюсенькая. Такие чипсики. Хотите? Не, вам нельзя. Вы на ПП. А с кофе? О, вот это мама мия. Да, люблю я пожрать, особенно повеселиться. Да? Как тебя почистить-то, мой друг? Эх ты, о! Кстати, кто знает торт черепашка? А? Напишите ко мне рецепт. Хочу приготовить. Морская черепашка по имени Наташка. Блин, как бы свои импланты бы не сломать, да? Надо аккуратнее есть. Стоматолог же сказал, ешь, Ирина Сергеевна, аккуратно. Вот так вот. Вот это васаби. У меня же глаза шире стали, понимаете? Косточка. Давайте вот так вкуснее. Мне надо сначала апельсинку почистить. Ну, это вкус другой, короче, сладкий это. Сладкий, как вам сказать-то? Сладкий и горючее такое. Жгучее. Да? О, мама мия. Короче, девочки, не знаю, что делать-то, а? Кредит-то не дали, да? А как в Крым поехать? Там одна такая баба написала. Говорит, чё? В Симферополь ехать. Говорит, можно же в Алушту, в Ялту, там санаторий. Ну не, ну какая разница, куда поехать? Ну да, я с вами согласна. А вам-то какая разница? Или в санаторий я поеду. А зачем мне санаторий? Я не хочу в санаторий. Я также в Москву могу в санаторий поехать. Не. Кофеем запить срочно. Да, за бабки-то можно хоть куда поехать. И в санатории, в Алушту, в Ялту. Можно, говорит, плескаться целый день. Ну, слушайте, я не готова плескаться целый день.
от этого тоже организм устает. А не можете плескаться целый день. У меня, слушайте, мне же там товарищ МТС, симка там. Ну, я, короче, подключила интернет. 800 рублей в месяц. Там, короче, по России. Но интернета, кстати, там мало. Но если так посидеть где-то в соцсетях, ну, для загрузки он не пойдет, этот МТС. Ну и, короче, у меня стоит. Ну, чтобы мошенники не звонили. Вот пока у меня этого тарифа не было за 800 рублей, мне никто не звонил. Да, вот на симку, на МТС-скую. А как у меня тариф, короче, появился, так у меня какие-то звонки стали появляться. Ну и типа это мне приходит смс-ку, вот типа вам звонили мошенники. Ну слушайте, ну до вашего, пока вашего тарифа у меня не было, мне бы как бы и мошенники не звонили никакие. Как бы вот эту симку практически никто и не знает. Ну, это да, у меня такая симка. Ну, не, он знает Максим. Кто еще знает? Ну, какие-то мои родственники знают. Сестра троюродная, племянница. Ну, а так, чтобы какие-то левые люди, нет, не знают. Вот моя вопрос. Пока у меня не было этого тарифа, да, никто не звонил, никто не интересовался. Причем они же звонки-то не проходят, проходит смс-ка. Я ничего не знаю. А что вот так вот? А еще чипсы не доела, тут еще почти полная пачка. Сколько тут? 50 грамм, наверное. Чипсов. А может поменьше, может побольше, не знаю. А что, девочки и мальчики, я поела. Кстати, из этой апельсинки только одна косточка попалась, единственная. Так что все. Лук, конечно, я завтра съем. Завтра еще будем курочку жарить. Не кредитную курочку. Вот так вот. Так что все, мальчики и девочки, всем хорошего просмотра. Хорошо вам отпраздновать 8 марта. Ну, что еще вам сказать? Как его там? Короче, я уже не помню, как его зовут. Ну, короче, мужичок с гармошкой, поиграй немножко. Тебя тоже с праздником. Любви тебе, счастья и так далее. Ну, Иринка добрая сегодня. Он что-то весь стол в сахаре. Так Иринка лук мариновала. Прикиньте, да? Вот так вот. Так что все. Я ухожу, но я обязательно вернусь. Кстати, смотрите. Вот тут всего одна луковка, да? А сколько получилось лука маринованного? Лук, бам-бам. Все. Всем покусики, до свидусики. Чао, бамино, сеньорито.